Болельщики Реала до сих пор не могут осознать то, что случилось во вторник вечером. Королевский клуб привык править в Европе, совсем недавно он выиграл 3 Лиги Чемпионов подряд. А на последнем победном финале в Киеве фанаты устраивали вот такие шоу. Теперь же новая реальность. В Мадриде внимательно изучают карту Восточной Европы, чтобы узнать, куда ехать в ноябре, брать реванш. А победу «Шерифа» уже назвали главной сенсацией Лиги Чемпионов. На стадионе из-за ковид-ограничений собралось не так много болельщиков, меньше 25 тысяч. Но атмосфера все равно была впечатляющая. Шериф своими подвигами ответил главному хейтеру, бывшему игроку сборной Нидерландов Дирку Кюйту. В августе он заявил, такому клубу как Шериф не место в Лиге Чемпионов. Вот так Кюйт выглядел, когда играл в футбол. Он дает интервью ТСВ и кишиневским телеканалам и много улыбается. А вот такой Кюйт сейчас. Работает экспертом на телевидении и часто критикует маленькие клубы. Этой ночью Дирк закрыл комментарии в Инстаграме, устав читать об успехе «Шерифа», зато удостоился ответа от Юрия Вернедуба. Тот же Дирк Кюйк, то, что он сказал, я думаю, он поторопился. Я думаю, мы там, где мы должны быть, и мы этого заслужили. Почти 150 тысяч новых подписчиков «Шерифа» всего за сутки. И восторг Испании. «Реал» там не особо любят. После игры футболистов «Шерифа» поздравляли в аэропорту, а наших болельщиков на улицах Мадрида. Эмоции самые, вы даже не передать их. Я думаю, что у меня, что у ребят, поэтому... Я рад и счастлив, что ребята полностью выложились, взяли 3 очка, это дорогого стоит. Шериф попал в удивительную реальность. За неделю матчи в Терновке, Мадриде и Аргееве. Приходится перестраиваться с Лиги Чемпионов на внутренний чемпионат, при этом осознавая, что уже вошел в историю европейского футбола.